даже здорово, когда у тебя есть возможность жить в разных местах. То есть сначала мы жили на севере, да, в моем родном городе, потом мы переехали на юг, потом я еще снова вернулась на север. Я уезжаю. Я уезжаю не путешествовать. Я уезжаю жить в новое для себя место. Еще полгода назад я вам говорила о том, что после окончания учебы в университете в городе Краснодаре я уеду оттуда. Время пришло. Сейчас я собираюсь и уезжаю. Но я уезжаю не просто из Краснодара. Я уезжаю не просто из Темрюкского района. Я полностью уезжаю из Краснодарского края. Причины, почему я уезжаю и куда я уезжаю, я расскажу в этом видео. Но обо всем по порядку. Двигайся, Ирина, сюда. Или шеф. Пашка, сюда, скрытник. Почему малыш у меня? На дорожку присаживаемся. И поедем. Сейчас не надо реветь. Чего реветь? Все же хорошо. Что за сорт? А вкусный. Так вкусно, давай возьмем. Есть пакетик, иди возьми. Положим. Листочки три взять. Хорошую. Это лучше, да? Ну да. Давай я возьму. О. У тебя такая плохая. Какие хорошие ящики. Ну. Хватит три. Хватит. На сегодняшний день я абсолютно не могу точно сказать, когда в следующий раз я сюда приеду, потому что начинается новый этап моей жизни, моей самостоятельной жизни. Это уже не студенческая жизнь, это нечто новое. И сейчас я просто стараюсь наслаждаться вот моментом. Я хочу запомнить все как есть. Я хочу запомнить вот этот вот виноград. Я хочу запомнить этот свежий воздух, эту тишину. Сложно что-то говорить. Сложно покидать родительский дом. Очень сложно. Но нужно. Без этого никак. Малыша! У меня там скалопендры. Малыша! Где-то. Ай, малышок! Малышок, малышочек, малышочек! Она там занята. 24 градуса показывает. Нормально. Угу. Что, едем, все? Да, едем. Через Тамань. Ну, едем так дальше. Угу. Я заправлюсь там. Там я сам уже до полного бака прям. Все, Ксюша? Все. Пока-пока, дом. Вообще такой сильный, да? Ничего не видно.
сборы это всегда супер долго, потому что ты не знаешь, как тебе уместить такое количество одежды в одном маленьком чемоданчике. А нужно ведь еще и подумать о том, что есть ограничения по весу. Поэтому мы сейчас пытаемся запихнуть. На самом-то деле у меня одежды не так много, но так как это впереди осень, впереди зима, то куртки, они, конечно же, занимают очень много места. А у меня еще целый рюкзак техники. Фотоаппараты, камеры, квадрокоптеры, ноутбуки. В общем, не знаю, как это я все повезу. Как люди возят? Расскажите, как люди переезжают с одним чемоданом? Не знаю. Не впихивается обувь уже, да? Разница температур, конечно же, сказывается, потому что в Краснодарском крае еще тепло, в Питере уже холодно, в Питере ходят в куртках, в шапках, и у меня такая дилемма, а что мне надевать? Конечно же, буду надевать теплую одежду, чтобы уменьшить свой багаж, придется надеть теплую кофту, какие-то большие штаны, которые занимают очень много места в моем чемодане. Естественно, буду брать кофту, которая тоже не помещается никак в багаж. Будем что-то придумывать. А завтра я буду как лук просто в аэропорту. Не по погоде одета, это уж точно. Но зато увезу все самое нужное. Еле как впихнули. Сейчас, конечно, предстоит задача еще это все закрыть. Без труда закрылась. Сюда что-то еще тоже можно по мелочи. И все, собрались. Чемодан очень тяжелый. Даже не знаю, сколько по весу. Уже взвесили, но у нас вот такой вот измеритель, он уже ушел за пределы 10 килограммов, поэтому будем взвешивать в аэропорту и уже посмотрим там, сколько чемодан у меня по весу. Потому что очень нужно уложиться. Вот так вот. Мы уже подъехали к аэропорту, решили оставить машину на альтернативной стоянке. Здесь буквально недалеко идти пешком. И идем все втроем, потому что нужно, естественно, донести все мои вещи, чемоданы. Там уже посидим, попрощаемся, ну и пойду потом уже на посадку. Мама сейчас даст. Иди сюда, да. Будет хлеб, нет? Будет, нет, иди чуть-чуть. Хочет хлеб. Дура, хлеб-то есть. Так она, это, голодная, наверное, как она? Ну, захочет, сожрет. Да? Вот, ест же. Захочет, съест.
Бродячие кошки, как они должны кушать? Вот она, альтернативная парковка. Там буквально 30 мест. Так что, если вы приедете сюда, здесь можно бесплатно поставить машину. И буквально 300 метров, и ты, собственно, в аэропорту. И вуаля, 3 минуты пешком, и мы уже на привокзальной площади. Ну, вы поняли, около аэропорта. Мы на территории аэропорта, и столько людей просто на вход в аэропорт я не видела никогда. Я за последний год очень часто летала, но таких огромных очередей не было никогда, даже в Новый год, какие-то праздники. Все уезжают домой с Краснодарского края с отдыха, и это, конечно, жесть. Вот она, огромная очередь. Просто без комментариев, какая большая очередь. Да уж, видимо, Краснодарский аэропорт вообще не справляется с потоком пассажиров. Идем взвешивать чемодан. Нормально. 15. Фух. Нормально. Хорошо. А можно? 23 можно. Сейчас ручную кладь давай. Может, перекладывать, да, придется? По весу, да? Нет, не придется, мы уже взвесили дома. О, 7,52. Я вообще все в норме. 7,5. Мой рюкзак влез, наконец-то. Я ужала все до нужных размеров. А сначала я даже начала переживать, что не знаю, куда деть вещи, там просто техника. Сейчас мы стоим в очереди на регистрацию, будем сдавать багаж, проверять ручную кладь. Надеюсь, что все будет хорошо, потом посидим, пообщаемся, и потом я уже пойду ждать посадки на самолет. Мы все вовремя пришли, очереди огроменные в аэропорту, я вообще такого не ожидала никак. Но все спокойненько, все нормально, все хорошо. Уважаемые пассажиры, начинается посадка на рейс номер 5116 авиакомпании S7 Airlines Краснодар Новосибирск. Пассажиров приглашают к выходу номер 5 и просят подготовить посадочные талоны и паспорта в раскрытом виде. Как бы вроде бы казалось, сумочка маленькая. Показывая еще пассажиров рейса 2080. Приглашаю. Если есть то окошко, можно сейчас. Да, ручной кладь, вот рюкзак. Багаж? Багаж, уважаемые пассажиры, от выхода номер 3 закончилась посадка на рейс номер 2. 82 авиакомпания S7 Airlines. Ручные клади, поставьте, пожалуйста. Такие ручные клади, поставьте. А, такая.
А, ручная кладь. Где папа? Я думаю, что многим из вас очень интересно было бы узнать мои причины, почему я вдруг решила променять юг на север. Хотя столько время рассказывала вам про наш опыт, как моя семья переехала в Краснодарский край, а тут бац, я уезжаю из Краснодара, да еще и в Санкт-Петербург. Причин на самом-то деле несколько. Первая причина – в этом году я закончила университет, и меня больше, собственно, ничего и не держало в Краснодаре. А как вы знаете, Краснодар я не очень полюбила, но он мне просто не подошел, ну не мой город. И так как я долгое время встречалась с молодым человеком, он пригласил меня жить к нему. Собственно, я согласилась, поэтому я уехала. Третья причина такова, что в течение предыдущего года я очень часто летала в Санкт-Петербург, и мне настолько понравился город, что я поняла, что, скорее всего, я сюда перееду жить после того, как окончу университет. Ну, собственно, так и случилось. Также мне кажется, что Краснодар и Санкт-Петербург можно просто бесконечно долго сравнивать, потому что это абсолютно два разных города. И внешне, и если копнуть более глубоко, и также жители тоже отличаются, потому что все-таки северяне, южане, менталитет разный. Ну да, об этом можно очень долго говорить, и очень много.